Прошел 17-й туристический слет молодых специалистов Мирнинского района. Команды предприятия Алмазного края соревновались по волейболу, пейнтболу, а также проводились конкурсы на лучшее приветствие команд, лучшую стенгазету и оформление палаточного городка. Наблюдала за соревнованиями и слушала песни у костра Анна Винокурова. В первый день состоялось торжественное открытие туристического слета. Затем провели конкурс приветствия команд. Здесь самые громкие аплодисменты зрителей достались команде Мирнинского авиапредприятия. Они же смогли заставить всех участников станцевать вместе с ними, тем самым сплотив все команды в одно целое. Это полный экспромт. Это всего лишь сборище единомышленников, обалдует, может быть. Вот. Данный труслет у нас не первый и не последний. Это всегда радость, всегда новые знакомства. Это спорт в первую очередь и драйв с позитивом. То, что, собственно, наша команда. Второй день турслета по традиции самый интересный и насыщенный. С самого утра до позднего вечера команды проходили полосу препятствий. Вот уже на протяжении нескольких лет именно этот этап является главным соревнованием туристического слета. Здесь важна не только спортивная подготовка участников, но и командный дух. Ведь побеждает, в конце концов, более сплоченная команда, где каждый готов прийти на помощь друг другу. Команда районной администрации – новички нынешнего турслета. По словам самих ребят, труднее всего бегать и преодолевать подъемы в гору. Сложновато, мы тут первый раз соревнуемся, поэтому немножко. Оказывается, я очень неспортивный человек, но это на будущий урок. Надо тренироваться. Да, и на следующий турслет уже приедем более подготовленными. А какой этап, по-вашему, самый сложный вот из первых пяти? Ну, для меня самый сложный, который бабочка. У меня тоже бабочка. Там нужно пристегиваться, смотреть все время. Да. И от твоей смекалки, от твоей сообразительности зависит жизнь и твоих однокомандников, поэтому надо быть очень... Чтобы быть туристом, вообще надо быть сильным, ответственным и умным. По итогам трех дней соревнований, кубок 17-го туристического слета молодых специалистов достался команде подземного рудника «Интернациональный». Второе место завоевали туристы из Института Якутнепроалмаз, команда «Сега Мегадрайв». И бронзовыми призерами соревнований стала команда рудника «Мир». Три дня веселья, спорта и молодости прошли как один день. И теперь пять сильнейших команд будут готовиться к объединенному турслету Мирнинского и Ленского районов, который пройдет в начале августа в поселке Дорожный.